Май 2015 года. Недавно с сыном вышли на прогулку. Кругом цветет и зеленеет май. На каждой улице и в каждом переулке ларьки как будто шепчут: «Покупай!» Соблазн велик, и мой не удержался. Купи мне квасу, сникерса, конфет. Почти от нетерпения извивался. А парню ведь уже 13 лет. И в этот день, уже как будто летний, становится внезапно горько мне за тех труда героев малолетних, что детство потеряли на войне. За тех, кто ставил под ноги скамейку, чтоб быть в цеху с отцами наравне. За пареньков, что нет, ни за копейку, за ложку каши норму делали вдвойне. Они не ныли, не просили сникерс, им по ночам о хлебе снились сны. Друг другу говорили: соберитесь, и как могли, держались до весны. Держались до одной, второй, четвертой, росли, скамейка стала не нужна. Вдыхали воздух металлический и спертый, когда пришла та самая весна. В тот день цеха прервали вдруг работу, и снег сбивая, странный майский снег, о празднике прослышав от кого-то, бежал домой счастливый человек. Все как сошли с ума, кричали, пели и знали, так ликует вся страна. Отбили, отстояли, откорпели. Победа, братцы, кончилась война! Как тем, кто побеждал лишь в интернете, онлайн-героям виртуальных драм, понять, проникнуть глубже в чувства эти, вернуться вновь к великим тем годам. Нельзя вернуться, можно устыдиться. И хотя бы в малом взять пример с отцов, иначе кем же будем мы гордиться и вырастим кого в конце концов?